Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Російський кінорежисер звинуватив Зеленського у смерті вірменських дітей під час війни на Нагірний Карабах. Яка ситуація сьогодні насправді? Будемо сьогодні розмовляти з політичним оглядачем. Я рада вітати у нас у студії Юрій Райхель. Доброго дня! Розкажіть нам, будь ласка, для більш чіткої такої картинки пропоную повернутися на самий початок і торкнутися теми, що взагалі таке Нагірний Карабах і яка його історія. Знаете, есть такие тяжелые регионы, которые в течение целой исторической эпохи являются предметом противостояния двух народов, двух обычно соседних народов, и вот Нагорный Карабах относится именно к ним. Это территория, со всех сторон окруженная Азербайджаном, но населенная в значительной степени армянами, хотя там было и примерно 35% населения азербайджанского. И противостояния эти были еще в царское время, в 1905-1907 годах, в советское время. И хотя там были разные у советского руководства мнения, какой стране или республике тогда Советского Союза относить Карабах, то ли к Армении, то ли к Азербайджану. И в конце концов победила точка зрения Сталина, и этот регион был отнесен к Азербайджану на правах автономной области. И в 1987 году это был первый регион, в котором в Советском Союзе произошли этнические столкновения. И считается, что именно с этого момента начался распад Советского Союза. Хотя были потом и Алма-Ата, Сумгаит и многое-многое другое в разных концах тогдашнего Советского Союза, в странах Балтии, в Риге, в Вильнюсе. Но тем не менее считается, что именно с Нагорного Карабаха начался этот распад, который вылился потом в двухлетнюю войну Армении и Азербайджана, который тогда Азербайджан потерпел военное поражение, и было подписано так называемое перемирие. И с тех пор четыре раза Организация Объединенных Наций принимала решение о том, что это территория Азербайджана. Была так называемая Минская группа, в которой сопредседателями были Соединенные Штаты, Франция и Россия. И в течение вот 20 лет, даже можно сказать 30 лет, шел вот такой перманентный процесс переговоров, из которых ничего не вытекало, и Армения категорически отказывалась освободить захваченные азербайджанские территории, которые административно к Нагорному Карабаху не относились, но которые армяне считали так называемым поясом безопасности. Из них ушло азербайджанское население. В общем, ситуация зашла в полный тупик. Дипломатическим путем этот конфликт, который считался замороженным, хотя военные столкновения локального характера там продолжались весь этот период, дипломатическим путем этот конфликт оказался неразрешимым. И вот в сентябре, в конце сентября, 27 сентября, азербайджанская армия, которая в течение 30 лет была полностью реформирована по стандартам НАТО. Отмечаю, это особенно важный аспект. Конечно, при значительной поддержке Турции и получившая с учетом финансовых возможностей Азербайджана от продажи нефти и газа, получившая самое современное на сегодняшний день вооружение, хотя надо сказать, что вооружение поставляли и Азербайджану, и Армении, и России в частности. Но вот в области беспилотной авиации это в основном израильское оружие, так называемые беспилотники «Камикадзе».
и турецкие дроны. И вот с учетом всех этих обстоятельств азербайджанская армия перешла в наступление. Скорее всего, это начал Азербайджан, хотя они говорят о так называемом контрнаступлении. И вот на сегодняшний день, после 35 дней боев, примерно половина территории Карабаха, практически все азербайджанские районы освобождены или возвращены, надо было бы так говорить, и бои подошли к двум центрам Нагорного Карабаха. Это город Шуша, и это город Степанакерт, это его армянское название, азербайджанское название его Ханкенди. И что особенно важно, это Шуша – это стратегически важный пункт, имеющий психологическое значение для, как для Азербайджана, так и для Армении. И что наиболее важно, на расстоянии примерно 3-5 километров азербайджанская армия подошла к городу Лачин, а это еще один стратегически важный пункт, через него проходит практически на сегодняшний день единственная дорога в центр Карабаха из Армении. То есть только по ней можно доставлять туда боеприпасы, подкрепления и так далее. Если азербайджанская армия возьмет под огневой контроль так называемый Лачинский коридор, то армянская группировка в Нагорном Карабахе окажется в котле. И дальнейшее ее военное сопротивление, ну, под большим, очень большим вопросом. Вот примерно оперативная обстановка на сегодняшний день. И тут еще два слова нужно сказать, что это уже война 21 века. Это война современной армии с дронами и беспилотными аппаратами против армии советского образца, которая является армянская армия, полностью скопированная под, ну это калька, такая уменьшенная калька современной российской армии, которая в значительной степени сохранила свое, ну такое постсоветское лицо. Вот примерно вот такая вот ситуация, которая, видимо, практически не будет иметь дипломатического разрешения, кроме военного поражения Армении. А яка роль інших країн у цій війні? Росія, Турція, навіть Греція і в тому числі Україна? Ну, Турция – это абсолютный союзник Азербайджана. Это снабжение Азербайджана необходимыми боеприпасами и оружием. Это турецкие инструкторы, это турецкие самолеты на азербайджанских базах, но они, правда, в сражении участие не принимают, но, тем не менее, там присутствуют. Скорее всего, там есть, видимо, турецкий спецназ в ограниченном количестве. Но насколько он принимает участие в войне, тоже является неподтвержденным фактом. Хотя армянская сторона об этом заявляет, но никаких доказательств не приводит. Что касается России, то она оказалась в полном дипломатическом и военно-стратегическом тупике, потому что, с одной стороны, у нее есть договор о союзе и военной помощи Армении, но он приводится в действие только в случае нарушения границы Армении. Армения не признала Нагорный Карабах своей частью. Поэтому формально этот договор не может быть, ну, с чисто формальной юридической стороны использован, о чем Москва и заявила. Со своей стороны Азербайджан заявил, что он не собирается нарушать границу Армении. К тому же границу Армении охраняют и российские пограничники. Что касается Франции, то она, в общем-то, склоняется в сторону Армении с учетом большого влияния армянской диаспоры во Франции. Соединенные Штаты пока отстранились от этого конфликта, потому что они сейчас завязаны на собственную предвыборную кампанию, и насколько
И кто и как в этой кампании победит, для Соединенных Штатов является наиболее важным фактором. И вот то, с чего вы начали, это обвинение Израиля в том, что он снабжает оружием Азербайджан, то было, это несколько странно, эти обвинения в сторону Израиля и российских армян, потому что Россия в огромном количестве поставляла оружие как Армении, так и Азербайджану. Но почему-то Россию российские армяне в этом не обвиняют. Вот примерно такая роль. Что касается Украины. Украина всегда поддерживала Азербайджан, его территориальную целостность. И со своей стороны Азербайджан всегда поддерживал на международном уровне, в ООН, в других организациях, всегда поддерживал территориальную целостность Украины. Азербайджан не признавал и не признает, и, видимо, в будущем не будет признавать оккупацию Крыма, поддерживает позицию Украины в отношении Донбасса, соответственно, и Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана. У нас есть большой опыт военно-технического сотрудничества с Азербайджаном. Азербайджан покупал украинское оружие и, видимо, будет делать это в будущем. Хотя формально мы, с одной стороны, президент Зеленский сказал, что мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону, ну, в смысле такой материальной помощи, но дипломатически мы с самого начала заявили, что поддерживаем Азербайджан, что вполне естественно и понятно. Хотя есть, вот турецкая пресса писала и другие, о том, что Украина, тем не менее, в частности, неуправляемые ракеты через Турцию поставляет в Азербайджан во исполнении предыдущих контрактов. Так что позиция Украины совершенно ясна. Азербайджан наш стратегический партнер. У нас есть соответствующая договорная база. С Арменией подобной базы у нас нет. А от чому, як я анонсувала на початку, російський кінорежисер звинуватив Зеленського у смерті вірменських дітей під час війни за Нагірний Карабах? Чому взагалі виникла така конфліктна ситуація? Ну, отже, я вже сказав, російські армяни обвиняють в всі країни, Турцію, Ізраїль, Україну, в поставках оружия в Азербайджан, но не обвиняют в этом Россию, которая гораздо больше поставляла такого оружия. Скорее всего, это чисто пропагандистский момент, связанный не столько с Нагорным Карабахом, как общий фон обвинений Украины во всех смертных грехах. И второе обстоятельство, о котором в Москве прямо не говорят – но это связано с нашим Донбассом, потому что общее ослабление позиций России на Южном Кавказе, а сейчас это уже полностью очевидно, что Россия потеряла возможность так называемого разводящего на постсоветском пространстве, предложение Москвы направить своих миротворцев между Арменией и Азербайджаном было категорически отвергнуто Баку, и Москва ничего не могла с этим сделать, то есть навязать своих миротворцев, как она в свое время это навязала Грузии в 2006-2008 году, и это вылилось в Кавказскую войну России против Грузии. Сейчас об этом мало говорят, но это факт. Но в Азербайджане это прекрасно знают. Азербайджан категорически отказался от российских миротворцев, и Москва ничего не смогла с этим сделать. Более того, в условиях военных побед Азербайджана Путин вынужден был признать, и об этом он официально заявил в своем одном из своих последних выступлений, что Азербайджан имеет право возвращать свою территорию, и тем самым он поставил под сомнение фактор Крыма и Донбасса, о чем в Москве категорически отказывались дальше говорить. То есть если Азербайджан имеет право возвращать свою отторгнутую территорию в
в данном случае военным путем, то формально то же самое имеет право сделать Молдова с Приднестровьем и Украина с Крымом и Донбассом. И вот это общее ослабление позиций России на Южном Кавказе, неясность ситуации в Белоруссии, в которой Москва тоже стремительно теряет свои позиции, заставляет маневрировать на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу. У нас как-то не очень активно пишут, но Россия вдруг предложила так называемую дорожную карту урегулирования на Донбассе. Да, она не устраивает украинскую сторону, но в ней есть определенный сдвиг российской позиции. От полного неприятия до того, что они на какие-то косметические уступки согласны пойти. И это результат войны в Карабахе. Это результат общего дипломатического и геостратегического поражения России. Если Россия вынуждена будет значительно ослабить свое влияние на Южном Кавказе, то это немедленно отразится в Центральной Азии, а мы должны иметь в виду, что там граница России с центральноазиатскими странами порядка 4,5-5 тысяч километров. Так что в этом есть определенная ситуация, вынуждающая Россию занимать более такую агрессивную позицию в пропагандистском смысле. И вот эти обвинения в сторону Украины насчет Карабаха являются элементом этого пропагандистского, ну, я бы не назвал его контрнаступления или попытки контрнаступления. Ви вже сказали про найбільш такий реальний розвиток подій, про перспективи, якщо можна так сказати. Але взагалі це ж конфлікт, який триває, як ми могли зрозуміти, вже дуже-дуже багато років. Скільки часу потрібно для його, скажімо так, закінчення? З одної сторони, у Азербайджана приблизно 10 днів на досягнення воєнної перемоги в Карабахі, тому що далі погодні умови не дозволять. Это гористо-лесистая местность, и погодные условия не позволят активно применять беспилотную авиацию. В случае военной победы Азербайджана и полного вытеснения Армении до своих международно признанных границ, скорее всего, наступит дипломатическое урегулирование. Обе стороны разойдутся по своим границам. Хотя не исключен какой-то период так называемой гибридной войны со стороны Армении, то есть это обстрелы азербайджанской территории, это попытки привлечь Россию к урегулированию, военному вторжению. Но, скорее всего, это попытки будут бесплодны. И представляется, что если военная фаза конфликта завершится, ну, условно говоря, до Нового года, то гибридная война прекратится где-то, видимо, весной, потому что в условиях доминирования азербайджанского населения, оперирования армянских диверсионно-разведывательных группировок или групп на территории Карабаха будет крайне затруднительно, никакой опоры на свое население там не будет. И, наконец, в Армении просто экономически очень сложно вести эту войну. Она потеряла вооружение примерно на 3 миллиарда долларов, что, ну, больше всего военного бюджета Армении. И значительная часть... Это бедная страна Армения, вообще-то говоря. Ведь большую часть своего оружия она получила от России бесплатно. Или там формально под кредит, но которые никогда не будут возвращены. И восстановить свою обороноспособность Армения сможет через очень многие годы. Що ж, я вдячна вам за нашу сьогоднішню прес-конференцію. Сьогодні говорили про ситуацію на війні за Нагірний Карабах. Будемо і надалі слідкувати за подіями, за ситуацією. Сьогодні нам допомагав розібратися у цьому політичний оглядач Юрій Райхель. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!